Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Це вас хвилює». Я її ведуча Галина Щерба. У середу ми з вами спілкуємося на юридичні теми. І сьогодні з цієї нагоди до нас у студію завітала Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас. Здравствуйте. Я хочу нагадати нашим глядачам телефон студії прямого ефіру 47-63-37. Я сподіваюся на вашу глядацьку активність, тому що у нас сьогодні доволі актуальна і гостра тема для обговорення – це позбавлення права користування житловим приміщенням та зняття з місця реєстрації. Вікторія, скажіть, будь ласка, наскільки важливо обговорити сьогодні цю тему? Эта тема действительно актуальна, потому что сейчас в связи с миграционными процессами как внутри государства, да, Украины, так и за его пределами очень остро стоит вопрос регистрации места проживания, места жительства лица. І в яких випадках, коли може виникнути питання зняття особи з реєстрації постійного місця проживання? Здесь у лиц, важно отметить, что у лиц, которые зарегистрировали других лиц, которые с ними проживали, да, могут возникнуть проблемы, если эти лица долгое время, долгий период не появляются в этом непосредственно помещении или жилом помещении. Такие могут возникнуть проблемы, как какие-то неуплаты счетов, во-первых, коммунальных в первую очередь. В дальнейшем, если лицо хочет оформить субсидию, также, потому что на необходимы там доходы всей семьи, информация о всех членах регистрации, членов семьи. Также, что может быть еще, это если лица брали кредиты или какие-либо другие обязательства, да, то есть могут прийти долги, долговые обязательства, потому что это место регистрации, это фактически приходит корреспонденция, непосредственно все, то есть звонят по этому адресу, это могут быть какие-то ненужные телефонные звонки надоедливые и так далее. То есть поэтому вопрос действительно может возникать у тех лиц, которые наниматели помещения либо собственники. І як довго повинна бути відсутня особа, щоб власники помешкання могли звернутися ось за із таким проханням? Ну, здесь важно отметить, если лицо собственник помещения, то есть оно ему принадлежит, частная собственность, в таком случае, если он с разрешения его в любом случае прописывались иные лица, если они не появляются больше года, можно ставить вопрос, не появляются, не проживаются, то есть наличных вещей их там нет, можно ставить вопрос о снятии их с регистрации. Это что касается по, если имущество принадлежит на праве собственности, если это имущество в наем взято, да, то есть договор аренды был зарегистрирован, здесь важно отметить, что он не обычный там бумага, расписка, то в этом случае по истечению полгода можно такой вопрос поднимать. Тобто доволі такий тривалий термін, да, і можна період, піднімати це питання. Скажіть, будь ласка, а як державою регламентується ось ця реєстрація місця проживання людини? Какими законами это вызначается? Да. В первую очередь у нас Конституция Украины. Вот. Далее идут на кодексы, это гражданским кодексом общее положение, также жилищным кодексом. И далее у нас идут различного рода законы, инструкции касательно непосредственно органов, которые оформляют это все, то есть на регистрацию принимают, снимают с регистрации. Это у нас вот. И если говорить, что конкретно такое регистрация места жительства, то у нас регламентируется порядком регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине, вот, и образцов, необходимых для этого документов. У нас там идет раздел первый, и там непосредственно, что это такое, идет разъяснение. Это у нас внесение информации в единый государственный реестр демографический о месте жительства или месте пребывания лица с указанием адреса, по которому с жильцом может вестись официальная или переписка или вручение официальной корреспонденции. То есть почтовая корреспонденция, там, допустим, повестки в суд, уведомления, коммунальные разные счета, приходят непосредственно на адрес регистрации. Тобто доволі чітко в законах прописані, да, ось ці моменти. Все зарегістровано, які ж підстави втрати особою права користуватися житловим приміщенням? Да, вот здесь мы немножко уже поднимали этот вопрос. Поднимали, да. То есть здесь у нас, докладно. Да, что касается, если лицо собственник, у нас это регулируется гражданским кодексом, там, где указывается, что если лица, которые проживали вместе с собственником, то есть, как правило, это члены семьи, да, потому что связаны общим бытом, если лицо не появляется более года или год, то можно поднимать вопрос о снятии с регистрации данного лица. Это предусматривается у нас Гражданским кодексом Украины. Что касается по... Если в наем, да, если проживают в аренде, то это у нас регулируется жилищным кодексом, вот, и там также указано, что если лицо отсутствует более полугода, то можно поднимать данный вопрос.
Зрозуміло. Я нагадую нашим глядачам, що телефон студії 47 63 37. Ви можете дзвонити до нашої студії і ставити наші гості свої запитання, які стосуються теми позбавлення права користування житловим приміщенням і зняття з місця реєстрації. Раніше це називалося прописка. Прописка, так? Да. А зараз інакше називається, але суть подібна. Да. Не міняється, і якщо ви обращаєтесь в органи і говорите, я хочу прописатися, вас поймуть. Зрозуміло. Для того, щоб прописатися, є певний порядок і для того, щоб виписати людину чи зняти особу з місця реєстрації, також, напевно, існує чітко регламентований порядок. Да, для того, щоб прописатися, є у нас порядок і процедура. У нас є законодательство також, у нас це закон о свободі передвіження і свободному виборі місця проживання в Україні, а іменно стаття 7, вот, которая у нас закріпляє порядок зняття з реєстрації і также есть статьи закона, которые возможно обратиться, чтобы зарегистрировали. То есть регистрируют на основании документов для того, чтобы зарегистрировать место проживания, как правило, если это собственник, да, вы, допустим, член семьи является собственником, и, соответственно, иные члены семьи прописаны, хотят или могут быть, то обращаемся в органы Государственной миграционной службы, предоставляется правоустанавливающий документ на жилплощадь, да, то есть обращается в первую очередь собственник и также лицо, которое необходимо прописать. В первую очередь это нужно будет предоставить правоустанавливающие документы, это оригинал должен быть, также если обращает... Тобто, какие документы? Да, правоустанавливающие документы на имущество, также подтверждающие документы лицо, которое обращается, если обращаемся мы через представителя, также удостоверение личности представителя, также доверенность, то есть подтверждающий документ, что это имеет право лицо представлять другое лицо. Вот. И заявление лица, которое необходимо прописать. Это что касается, если в собственности имущества. Что касается, если имущество находится не в собственности, а в аренде, то туда предоставляется договор аренды, который зарегистрирован налогом, как положено, вот, и непосредственно тоже удостоверение личности, как я вот выше обозначила, это то, что зарегистрировать. Чтобы снять с регистрации, приблизительно такая же процедура, единственное, что там основания могут быть другие. Снимают с регистрации также на основании свидетельства о смерти, на основании решения суда, да, об утрате проживания лица, вот, и иные документы, которые тоже у нас законом перечислены, можно снимать с регистрации. Тобто ви розповіли вже і порядок, і процедуру. В принципі, да, это единственное, что могут бы ещё отказывать в либо регистрации, либо отказывать в снятии с регистрации. И от этого уже здесь зависит, что либо лицом подано было не те документы, либо в документах наличие какие-то описки, ошибки, исправления. Вот в оригиналах очень бывает распространено, что там подчеркали что-то, а потом возникают вопросы. Также, если подано было лицом несовершеннолетним, допустим, там 14-летнее или там 16-летнее лицо обратилось, хочет выписаться, то есть только совершеннолетнее имеет право. Вот. Ну и в любом случае, если необходимые документы не были предоставлены, предоставляется отказ об либо принятии, то есть зарегистрировать, либо отказ о снятии с регистрации. Все тобто разъясняю. Є чітко виписаний законом пакет документів, які повинні бути в порядку, і тоді можна буде, да, цей закон втілити в життя. Можна прийти і к нам, ми це все розкажем, можна прийти в органи Государственной миграционной службы по месту, ну, по району, в якому ви проживаєте, по месту регистрации. У нас є дзвіночок, наша тема зацікавила наших глядачів, ми до вас звертаємося. Алло. Добрий день. Здравствуйте. Я начала не бачила, може не зовсім по темі, але от таке юридичне питання мене цікавить. У нас вулиці ж переіменували і там район. А як можна в паспорті поставити, ну, штамп, якщо тепер ось я на такій там вулиці живу, в такому-то районі? Де, в якому місці? Тобто це не виписатися, а да, швидше, да, у нас уточнити прописи. Законом о декомунізації, у нас дійсно там помінялись половина вулиць, вот, другі названия. У нас нигде законодательством не написано, что не прописано, что мы обязаны прийти и поменять. То есть ваша улица осталась с тем же, в принципе, названием, и если вы в документах будете продолжать писать вашу там проспект Ленина, а сейчас это проспект Центральный, вас все поймут. Можно в скобочках дописать. Либо вы обращаетесь, опять же, в органы миграционной службы и просите, просто они вам перепишут штампик, перепишут.
бьют. Либо через там дробь они вам укажут необходимое. Вот. Но можно не менять, это не является, это не запрещено. Вы можете продолжать с этими документами, жить дальше, и проблем не будет. Ну, а если люди захотели... Да, они могут обратиться и поменять, действительно, да. Я нагадую нашим глядачам, что сьогодні ми говоримо про позбавлення права користуватися житловим приміщенням і зняття з місця реєстрації. Наш телефон 47-63-37. Приєднуйтеся до нашої розмови і отримайте відповіді на всі ваші запитання. Ми продовжуємо розбирати такі життєві випадки, їх чимало у вашій практиці, і, мабуть, нерідко зустрічається такий випадок, коли особі, треті особи хочуть зняти із реєстрації людину без її відома. Наскільки часто таке буває і як це можна зробити? На самом деле, это самый распространённый вопрос, вот который получается, потому что очень мало людей, которые действительно живут, проживают и хотят выписать. Больше, то есть наиболее часто встречается, это когда собственник либо наниматель хочет выписать иных членов семьи. Очень часто это бывает при разводе, да, когда они там уже не проживают, допустим, муж и жена развелись, и муж проживает где-то в другом месте. Но остался зарегистрирован быть. Вот. И в таких случаях только в судебном порядке, потому что без разрешения, то есть без другого лица мы не имеем права. Вот здесь важно что отмечать. По месту регистрации это будет районный суд, ну, соответственно, по району города, в который мы обращаемся, с исковым заявлением, руководствуясь, опять же, всем законодательством, которое мы с вами уже обсудили, то есть гражданским, конституцией, кодексом жилищным и так далее. В исковом заявлении обязательно указывается, то есть, во-первых, обращается либо собственник, либо наниматель. Соответственно, вот эти правоустанавливающие документы, копии прилагаются к исковому заявлению приложениями, ну и в суд мы берем оригиналы, чтобы действительно подтвердить данный факт. По тексту, если это собственность, вот, то мы указываем, что, что собственность у нас идет основные три аспекта собственности, предусмотренные Гражданским кодексом, это право владения, пользования и... Третье, я сейчас не скажу, в дальнейшем вспомню, скажу. Пользование, владение и распоряжение. То есть мы имеем право пользоваться, проживать, мы имеем право владеть, оно находится в нашей собственности, и мы имеем право распоряжаться, то есть подарить, продать, ну и так далее. Вот. И здесь получается, что если лицо не проживает, соответственно, нарушаются права вот этого собственника. Почему? Объясняю. Потому что он не может в полном объеме пользоваться. Если он хочет оформить субсидию, да, то есть, соответственно, будет там, он будет платить меньше за коммунальные услуги, а он не может осуществить свое право в пользовании, потому что другое лицо тоже как бы зарегистрировано, их большее количество людей. Также он не может продать, потому что лицо числится. Бывали, конечно, случаи, что там продается квартира, и там бабушку продали в придачу, но это такие, конечно, очень нехорошие примеры, но тем не менее, то есть для того, чтобы продать. Вот, то есть по тексту мы указываем, что нарушается наше право собственности. Также необходимо подтвердить факт того, что лицо не проживает, ну, там, больше года. Ну, как правило, в таких случаях не проживают намного больше, чем год. То есть и 3 бывает, 5, и 7. Здесь что мы делаем? Обращаемся в ЖЭК, составляем акт о непроживании данного лица. Указываем там, что не проживает, личных вещей не имеет, не появляется, ну и так далее. Ну, действительно, то есть мы фиксируем этот факт. Соседи, которые рядом проживают, которые изъявляют желание подтвердить данный факт, то есть потом в суд, скорее всего, ходить не надо им будет. По тексту прописываются адреса соседей, паспортные данные соседей, копии паспорта соседей прилагаются, заверяет это все у нас директор ЖЭКа. Если это частный дом, то это совет, там куда, ну, то есть сборы какие-то непосредственно этих домовладельцев. Вот, то есть зафиксируется этот факт, что лицо не проживает. Вот, и подаем в суд. Ответчиком будет это лицо. Корреспонденция будет приходить на адрес регистрации, потому что другого адреса мы не знаем. Ну и, соответственно, если есть возможность, если вдруг вы действительно знаете, что это лицо проживает там в другом городе, вот, но не стало на регистрацию, вы можете это также указать. Правда, если вы укажете, что человек уехал в Россию там, или куда-то в Европу, за границу там работать, то в таком случае его могут не выписать, потому что у нас Украина, государство, то есть оно обеспечивает хотя бы место проживания в любом случае. То есть тогда не будет оснований. Вдруг он вернется. Он же не на ПМЖ уехал. То есть здесь свои нюансы. Также здесь идет оплата судебного сбора. Для того, чтобы обратиться в суд, мы оплачиваем в любом банке судебный сбор. На сегодняшний день, то есть на 1 января до 1 мая или до 1 декабря, то есть сумма пока не изменяется. Это 640 гривен. Вот. Единственное, что инвалиды, первая и вторая группа, освобождаются от уплаты
оплаты судебного сбора, им не нужно. Но остальные люди оплачивают лица 640 гривен. Все, и мы подаем в суд, потом назначают судебное заседание, и судья вносит, как правило, ну, то есть такое вот решение о снятии с регистрации. Вот, и вы уже с этим решением потом, опять же, в органы миграционной службы идете и обращаетесь. Это я рассказала пример, если в собственности. Если в, то есть это нанимали жилье, да, то есть предоставляется договор найма, вот, описывается та же самая ситуация, вот, только мы руководствуемся жилищным кодексом, а не гражданским, потому что там будет немножко другое, тоже составляется акт о непроживании. Единственная ссылка на закон, то, что более полугода, потому что там ну, форма статьи немножко по-другому расписана. И в таком же самом порядке обращаемся, снимаемся с регистрации и так далее. Единственный нюанс, какой может быть, если лицо, которое вы хотите выписать, оно является сособственником имущества, да, то в этом случае ему принадлежит там половина или какая-то часть, то в этом случае его не снимут с регистрации, потому что у вас, у него есть право собственности, проживание, то есть он может жить там, может не жить. Если у него более, допустим, одного имущества, он может быть прописан в другом доме, да, ему, который принадлежит, а эта квартира ему частично принадлежит. В таком случае понятно, да, что здесь. Это единственное, что... Да, это уже сособственники, и здесь нужно ставить вопрос, если там действительно очень остро стоит, если там жизнью, здоровьем, вред и так далее, то в этом случае необходимо поднимать вопрос о лишении права собственности. Но это очень сложная процедура и очень трудно доказуема, и должны быть непостепаримые факты. То есть действительно это просто мы захотели, не хочу, чтобы он здесь жил, да, или она, так не пройдет. То есть здесь серьезный вопрос. Зрозуміло. Ми з вами поглянули на ситуацію з боку власника житла, але є і інша сторона, людина, яку виписують, власне, і чи можна, чи існують законні можливості зберегти право користуватися жилим приміщенням ось при відсутності проживання у ньому. Да, здесь тоже, ну, во-первых, то вот по решениям, то, что мы говорили, любое решение можно попробовать оспорить, да, то есть, если человек потом объявляется, он оспаривает это решение, предоставляет необходимые документы, данные. Через який час? Через будь-який час? Ну, есть определенные сроки, но можно, допустим, восстановить срок обращения, если человек действительно не знал и не мог знать о том, что решение такое поднималось и рассматривался такой вопрос в суде. То есть можно. Но также существует перечень моментов, по которым, то есть за лицами, которые отсутствуют по уважительной причине, и, соответственно, сохраняется за ними место. Это непосредственно, если это военные, военнослужащие, если они там до 3 лет за ними сохраняются, то есть либо на время службы. Если это там маленькие дети, они были переданы, допустим, не было назначено, было опекунов, да, их передали в детский дом, но им принадлежит какая-то часть имущества. То есть в дальнейшем можно, ну, то есть потом после, за ними сохраняется до их совершеннолетия, пока они не смогут распоряжаться данным имуществом. И, ну, то есть определенные, так же самое это как маленькие дети, так и есть недееспособные, которые там опекуна, то есть в момент опекуна, также если дети или лица уехали на санаторно-курортное лечение или, допустим, непосредственно какие-то заболевания у них серьезные, там они проходят где-то медикаментозное лечение, там психиатрическое, ну, различного рода. То есть существует определенный перечень, за которым при таких обстоятельствах сохраняется действительно регистрация. И все это прописано в законе? Да, это прописано в законе, и потом даже когда мы обращаемся, допустим, восстановить наше право, если было такое решение, вы предоставляете документы, подтверждающие то, что вот вы служили, да, например, и решение будет позитивное, то есть отменят то, которое вас снимало с регистрации. Зрозуміло. До нас знову приєднуються наші глядачі із своїм запитанням. Алло. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Галина. Я очень много лет проработала в паспортной системе, но сейчас вот меня интересует не только меня такой вопрос. Так как мы сталкиваемся, студенты вот, и, в общем-то, все люди мужского пола, скажем так, от 18 до 60 лет. Какой порядок вообще, вот, человек обращается, выписаться, прописаться. И обязательно порядок обратиться в военный комиссариат. Какие вот правомерные действия должны быть со стороны, ну, наших работников, скажем так, и людей, которых это очень бывает быстро выписывается человек, а в военкомате проблемы. Спасибо. В чем запитание? Да, я вот тоже немножко не сообразила. То есть, получается, военкомат задает, то есть просит списки тех, кто выписались, или... Чи є на зв'язку наша глядачка? Можна дати ще раз можливість уточнити запитання?
чем немає вже зв'язок перервався. То есть, ну, если так брать, то в любом случае в паспортном столе выписывают на основаниях. То есть они имеют право выписать. Имеют ли право предоставлять информацию? То есть, скорее всего, да, но это в зависимости от между организациями. Там у них определенные инструкции и уставы и так далее. То есть это в этом плане. Не имеют права не выписывать. Почему не имеют? Выписываются на основании там решения суда и так далее. То есть, конечно, имеют. То есть это не, про... это не то, что уже военкомат там ищет. Если людина решила выписаться, чи повинна вона звертатися до воєнкомату і повідомляти. Ну, ось у нас є, до речі, на зв'язку глядач. Алло, поясніть, будь ласка, своє запитання. Я задаю вопрос только вот такой. Приходит человек, мужчина, да. И мы, допустим, отдаем, он идет в миграционную службу снятия с учета. Он должен идти сняться сначала в военкомате, или же ему не имеет права отказать о выписке. Военкомат – это одно, а структура выписки, прописки – это другое. Объясните, пожалуйста, потому что у нас бывает возникает вопрос. Ну, вообще, как бы, это немножко разные вещи. То есть вот он отдельно становится, он же не одновременно, если бы он становился на учет в паспорт, ну, то есть как бы за регистрация места проживания, потом он идет регистрируется по, на основании места проживания, он регистрируется непосредственно в военкомат в этой же области. То есть изначально он выписывается в паспортном столе, а потом его снимают оттуда. Я не вижу вопроса. То есть они, то есть получается, что в паспортном столе, говорят, сначала выпишитесь, то есть снимитесь с регистрации с военкомата, то есть это уже тогда ваши требования для того, чтобы выписать, но у нас предусмотрено законодательство непосредственно основания, на основании чего, на основании каких документов могут быть выписаны лица или приняты на, ну, или поставлены на регистрацию. А скажите, будь ласка, куди можно звертатися для отримання безоплатної правової допомоги, за якими телефонами та адресами? Наш первый центр, первый Николаевский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, находится по адресу город Николаев, улица Образцова, 4А/2, контактные телефоны 47-20-90, 47-20-91. И также хочу напомнить, что в районах, в районных центрах у нас также есть бюро правовой помощи, это обособленные подразделения нашего первого местного центра, а именно вот в городе Очаков находится по улице Торговая, 44, расположено бюро, номер телефона 2-52-37, в Березанке по улице Центральная, 41, номер телефона 2-11-46, Ольшанский район у нас расположен в Николаеве по улице Очаковская, 142, контактный телефон 48-00-17, и в Новой Одессе улица Ленина, 179, номер телефона 2-15-51. І у нас ще є приблизно 3 хвилинки. Я думаю, що можна повідомити нашим глядачам, хто має право на первинну та вторинну безоплатную правовую допомогу. Ну, вообще наш центр, он предоставляет правовую помощь, которая у нас разделяется на первичную правовую помощь. Это консультации, правовая информация, разъяснение, составление заявлений непроцессуального характера. И данный вид правовой помощи получают все лица, которые обратились к нам в центр, которые находятся под юрисдикцией Украины. Это могут быть иностранцы, лица без гражданства и граждане Украины и так далее. Вот это первичная правовая помощь. Вторичная правовая помощь, это у нас предусматривает собой составление процессуальных документов, представительство интересов в суде перед другими лицами, органами местного самоуправления и органами государственной власти, а также защита от обвинений в суде. Данный вид правовой помощи предоставляется не всем категориям лиц, а только тем, кто перечислен в статье 13 закона о бесплатной правовой помощи. Там существует перечень, и, соответственно, лица, которые подпадают под эту категорию, они необходимо предоставить документы при обращении в центр. Обычно происходит такая процедура, приходит в центр человек. Если ему только необходима консультация, он ее получает, ну, то есть в тот день, когда он пришел, предоставил паспорт, ну, удостоверение личности, вот, и так далее. Если выясняется вопрос, что там необходимо обращение в суд или защита его прав, да, и интересов, то в этом случае мы проверяем категории, мы разъясняем. Лица у нас – это малообеспеченные семьи. Ранее это был совокупный доход семьи, сейчас вот с 1 января внесены были изменения, и сейчас у нас лицо может обратиться, не предоставляя справки о составе семьи, только справка из налоговой о доходах, если доход не выше 2 прожиточных минимумов для лица, то есть это у нас идет прожиточный минимум у нас на 1 января 1600 гривен, двойной прожиточный минимум это 3200, то есть лицо необходимо предоставить документ, подтверждающий за последние полгода, если у него зарплата ежемесячно не превышает
получает 3200, ну, суммарно вот за 6 месяцев, то в соответствии он имеет право на предоставление получения правовой помощи, а мы ему предоставим. Безоплатную. Бесплатную, конечно, да. Здесь вот именно второй момент, когда составление документов, представительство интересов в суде и так далее. Если это лицо пенсионер, то там немножко меньше идет, там идет 1300, ну, немножко меньше идет доход, тоже на два раза он... двойной доход для лиц, утративших трудоспособность. Но здесь справка не из налоговой, а справка с пенсионного фонда. Она быстрее делается, вот, и, соответственно, можно получить. Также участники боевых действий. Здесь удостоверение участника боевых действий. Вот участники АТО, участники Второй Великой Отечественной войны и так далее. Матери-героини. Также дети-сироты, дети из числа детей-сирот, которым необходима правовая помощь. Сейчас вот, с января месяца у нас также внесли изменения. Предоставляется помощь даже не АТОшникам, которые не получили еще статус участника боевых действий, но хотят получить или в процессе получения мы помогаем им получить этот статус, то есть предоставляется такая помощь. Также касательно внутренних перемещенных осип, да, здесь тоже, если у них нет такого статуса, они могут обратиться к нам и получить данный статус. Также центр дії, можна туди звертатися і отримати необхідну правову безоплатну допомогу. Звісно. Я дякую вам за увагу. Ми сьогодні говорили на тему позбавлення права користування житловими приміщеннями і зняття з місця реєстрації. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в ефірі. На все добре.